Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 197. События дня. 2 Фессалоникийцам 3.11. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 26 июня 2016 года, воскресенье. Какие у нас были события? Николай Склеренко, Австралия. Мир вам, Игнатий Тихонович, сижу и плачу. Я увидел Церковь Христову в людях, которые вам звонят. Господь жив. Столько людей по всему миру ищут Господа, и вы им нужны. Мои вопросы не вопросы. На меня не надо тратить время. Батюшка, кстати, покаялся. Будет благовествовать в общине. Храни вас, Господь. Ну, что можно сказать? Не знаю, как дальше будет, но я сказал, что встреча может быть в интернете после 10 октября, как у нас по плану, если мы вернемся. Живы будем, и Господу угодно будет. И тогда мы по скайпу поговорим. Здесь абсолютно невозможно. Я прошу всех, кто работает по моему миру, вот я сейчас покажу вот это вот. Мой мир, это вот здесь вот. Вот, иной разум. Просится в друзья. Кого принимать иной разум? Иной разум сатаны. Что прятаться-то где-то? Никак. Закрыть его и все. То есть скрывается иной разум. Давай дружить с иным разумом. Сохрани Бог. Или фотографию ставить, не видать ни лица, ничего где-то в горах или что-то. Кто там сидит? Крупным планом. Вот смотрите, моя какая фотография. И какие у меня друзья. Вот они рядом в друзьях. Их видно. Вот они. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Кирилл Щемыщенко. Николай Склеренко. Вот здесь. Видите, с бородой. Все приятно видно. Александр Марьясов. Ну, ничего нету. Ну, смешно даже. Какие-то имена, ники придумали. Скрыто. Без имени демоны только. У верующих есть имена святые. Вот тоже выскочила пообщаться. И вот в моем мире, кто прислали мне сообщение сегодня, сколько было? Ну, ни одно, ни два. И ни одно не мог открыть. То есть прыгает и прыгает, там побежок это двигает, подтянешь, он вырывает кверху, бился, бился, минут 10. А у меня за каждую минуту высчитывает степит. Какой-то трафик там, это еще прям невозможно. И так и не мог просчитать. Люди знакомые, вижу, Соболев, Марьясов пишут, и ничего не мог прочитать, ни одного. И новые люди нету. Ну, что это такое? Или у меня только так это, или это на самом деле может в администрацию кто-то обратиться, чтобы... Я уже слышал эти жалобы, даже в городе это было. Дальше. Парализован во славу Христа. Это Сергей Козлов. Труженик во славу Божию, он трудится. Он парализован во славу Христа. И какой ответ чудесный. Ну и на один ролик там я пилу тащу. И он говорит, у меня старший внук 4 года. По крови своего отца, деда, прадеда и прапрадеда. Пробегая мимо моей койки, услышал звук заточки топора в ролике. И все, этого будущего мастера уже не оторвать от экрана. Там, где учат точить топоры и пилы. С двухлетнего возраста его игрушки, молотки, гвоздодеры и прочие инструментарии. Научить этому сложно, с этим нужно родиться. Понимаете, парализованный говорит. Да это министру надо только говорить, знать. Это воспитателям по здравоохранению. Вот где закладывать надо, не игрушками заваливать. Мы вообще не знали ни одной игрушки. Какие игрушки? Лопата, ведра маленькие. Помню, я два ведерка подхватишь, полить надо было. Ну и мускулы щупаешь у себя какие, турники разные, ну а девчонки там другое, учатся вязать, тогда как-то нитки мурине были, натягивали на такой кружок вот так вот, и помню, сестра все вышивала красиво, крестиком там по-разному, то есть рукоделие должна знать, а здесь, о, да вот, участок там, ну, 30 метров. Да туда бульдозер, он был бульдозер, как говорит, в стеклянной лавке, в посудной лавке. Ну, то есть, что попало.
Да вот никакой, за каждое слово отвечать придется, за каждое. Вот сегодня, каждое утро меня матерят, на чем свет стоит, ругают, и на ё, и как угодно. Старый мудак там, за что? Что дети, очередная секта, дети идут с ведрами воду несут или из храма идут. То есть осатанелый народ. И вот если какая-то беда случится, это вся шушера вмиг сгинет, ее не будет. Ну, мне никакого вреда нет, я Бога благодарю. Они делать ничего не умеют. Вот у нас приехал один, 2,5 дня, и мы расстались. Приехал крещение принимать. Все, к труду не приспособлен, не знает, самомнение. Зачем нам это? Ничего нет. Вот вчера у нас было собрание, это все ролики будут выставлены. Выставлены. И там будет показано, как я на палочках показывал, как мы думаем дорогу сделать, что. Даже предложил понтон купить железный. По нему проходить, на земле понтон, не на воде. А на зиму его убирать. Ну, я отверг, доказал, что это не получится. Но один из вариантов такой, что все-таки начинать помаленьку заваливать где-то и искать мусора, большие блоки поднимать, нанимать кран и по краям сталкивать, чтобы весной, когда пойдет, не размыло совсем. Кое-что размоет. И чтобы коровы не сломали ногу. Вот понимаете, сколько здесь вопросов, заботы, каждый день думаем, советуемся, а которые нападают, у них ничего нету. Они ни топора натащить не могут, а это мудрость может сделать, Экклесиаст говорит, топор натащить. А уж пилу говорить не надо. Пилу, чтобы человек взял, только испортить может. А чтобы она железная и пилила, вот тут будет ролик стоять, я пилю, ну, 20 сантиметров в диаметре, ножовка, несколько, ну, минута, одна минута. Деревья. Там не больше никак. Володя тот залез, там зависло дерево и ножовкой перепилил. Дерево там 30 сантиметров в диаметре, на высоте. Вот. Вот молотки. Приятно слышать, дорогой брат. Хорошего корня ты. Значит, ждать можно что-то. Он пробегал мимо, услышал звук заточки. Да вообще, запах шоколада, если услышит, то да. Или что-то там такое сексуальное, ребенок уже на это смотрит. А здесь звук топора. Это вообще находка для России. Это золото. Элитный запас. Таких надо везде продвигать. А он так на простой должности будет, этим спасет душу. Не будет там, где варьё собирается. Благодарю тебя, брат Сергей, что поделились, какой у вас прекрасный внук растет. Слава Богу, мир вам. Это фамилия такая. Слава Богу, мир вам. Что это? Кто? Неизвестно. Но пишет. Мир вам. Мне хочется пообщаться с вами. Только прошу вас быть немногословным. Понимаете? Значит, он будет спрашивать, а чтобы немногословно. Я сейчас ему как раз и отвечу. Немногословно. Он снова будет спрашивать. Неизвестно никому, кому отвечать-то. Враг, друг. Вот. Мне важно знать ваше мнение и услышать ответы вот на какие вопросы. Мое мнение, какое оно влияет, значит, это нет, подыскивается. Это на 100%. Вот если утром я встаю, и какие-то комментарии есть, если больше одного знаю, недобрый, сегодня какой-то Александр, такой-то назовется, выходит и матерками в каждом, какой бы ролик он ни открыл, он подряд берет все, и все гадит и гадит. Это каждый день. А у меня тут времени нет, вот только включил, уже снимает деньги, дергал, не мог просчитать в моем мире. И вот такие вот лезут. Слава Богу, мир вам, я вопросы поставил. Что есть печать дьявола? 666. Считайте Андрея Кесарийского. В 3-м томе у нас на сайте, 13 глава. Кто есть антихрист? Иудей, еврей, из колена Данова. 4. Почему 4? 3-го нету. Иоанн Креститель, пророк Илия. Разные люди или один человек? Разные. 5. Когда вы отмечаете Пасху Господню? Когда Церковь Христова православно указывает. 6. Скоро ли второе пришествие Господа? Не дано никому знать. Даже Сын человеческий не знает по человечеству. Спаси вас, Господи, дорогие христиане, жду ответа. Вот вам ответ. Краткий. Ну, удовлетворены ли будете? Вы сами себя ограничили. Ограничили, больше на это отвечать нечего. Ну, теперь дальше посмотрим. Это вот мой мир. Вот лезет какая-то тут знакомиться. Б. И вот здесь
сообщения. Теперь я ни в скайпе не могу поговорить, ни закачивать, закачивать другие. Вот вчера только я теперь отправляю в другое место, в другой, совершенно в город, и другие работают. За неделю у меня, вот сейчас я посмотрю, что у нас за неделю получается. За неделю это 51 гигабайта, 102 файла. За неделю. Видите, какая рада, большая работа идет. Мы показываем все, как живут в деревне, все. Вот сейчас я не поставлю, следующую неделю будет. Как он, я выходить на улицу, а тут рой привился. Рой прям в калитке. На улице. И как его снимают, и как пчелы будут. Это земля текущая молоком и медом. Это будет все показано. Вот. Ну, второе, это наш сайт. Вот написал опять Александр Паршиков. Кто он такой? Искал, искал, ничего где-то не нашел. Где он, Александр Паршиков? Смотреть здесь ничего нету. Александр Русский. Все это. Если мне будет сделано замечание от администрации, я не смотрю даже там. Считать невозможно. Там, если считать, неделю надо только разбираться. Такие материалы ставят, то перекидывать откуда-то. Это уже... перебор большой. Если администрация сделает какое-то замечание, что вам ставят материалы пакостные, а вы их содержите, но ни администрация, ни модераторы, видимо, не считают или не говорят, я сразу одним щелчком все эти материалы удалю. Я не удаляю их, потому что не знаю, может там и хорошее есть. Вот все, собирать много может чего. Это наш православный форум. 1592 темы, огромные. Ну и наш вот... видеоканал. Сейчас я его обновлю. Только что поставил сегодня 8 роликов. 8 небольшие и большие. Разные. Вот как видит православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Количество просмотров 2 900 060. И подписчиков 3828. Это мизерное по сравнению там с Кураем. Но там приходят и уходят. У нас это постоянные люди, которые, ну, имеют все. Вот уже посмотрели, что тут. Даже 6 завтрак показываем. Излишняя трата воды. Откуда, почему в 70 раз больше? Михаил Сергеевич Горбачев озвучил это. Тогда, когда был еще генеральным секретарем Компартии. Ну, вот из заголовки. К нашей Ефросине уснула красиво. Ну, здесь остальное все-то я поставил сегодня. Ну, а дальше будут какие тут песнопения. Видите, вот где замки стоят, это уже закачано. И здесь, в другом месте. Замки, вот они идут. Вот сколько еще осталось с того. Ну, то есть с той недели. Это будет открыто, что-то будет завтра открыто. И вот во свете Библии это наш основной сайт. Сайт. Православный библейский сайт. Это очень и очень большой сайт. Считаю, что самое ценное у нас это 4124 ответа по темам. Согласно Слову Божию. Кратко вот просит ответить. Ну, кратко-то никак. Вот я ответил, и все, ничего ты дальше не знаешь. Ограничивает. То есть боится считать или что, кратко, заранее ставит условия, неизвестно кто, чего. Я ответил. Второй раз я уже больше буду знать о человеке, я не знаю. Деяния апостолов. Заголовок, книга такая, пятая книга в Новом Завете. Ну и что? Да ничего. Кажется, сейчас могу ошибиться. 5 или 6 проповедей, говорит Иоанн Златоуст. Проповедей на заголовок. Или Исаия, порог 6.1. В год смерти царя Озии видела я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном. Что можно сказать на это? 6 проповедей. Вот. Ко мне приходили на дом баптисты и интересовались, как понимает Златоуст притча о 10 девах. Я начал считать, у меня Златоуст. Ну а где он там поэтому? То есть они не могут ставить. В храм зайдут, маленько постоят, ну минут 5. Дальше оборачиваются на хор, посмотреть, как говорится, шилом ткнули в мягкое место. Не могут. А я говорю, я у вас прихожу, 2 часа собрания, 4 раза в неделю, 4 раза, ну, в воскресенье 2 раза собираюсь. Годами ходил, слушал, там сколько людей пришло от них, православие. Вот. И мне не утомительно. Почему вас утомляет это? То есть, вот такое легкомыслие, как ветерок
сквозной. Ну вот я отвечаю, допустим, вопрос Библия. Что тут отвечать? Я ткнул сейчас Библия. Посмотрите, я ее задел. Вот она вышла. И теперь что? Вот здесь вопросы вот какие. Ветхий Завет читать нужно, но обязательно ли так же, как Новый Завет? То есть вопросы. Где и Слово Божие, это курсивом жирное, вот дальше. Вот любое издательство «Протестант» выпустил Новый Завет на русском, английском языке, параллельно в одной книге. Какой? Вопрос 682, второй том, открытым оком. Вот я теперь на него нажал. Коснулся, вернее сказать. Тут кого же это все виртуально хорошо. Вот я его нажал. Ой. Видите, какое утро, даже не открывается. Совсем маленький ответ. Таких переводов очень много, и я сам их издавал, начитывал на пленке для сравнения. Но думаю, что ничего лучше синодального перевода 1876 года русский народ не дождется. Этот перевод очень хороший, его надо хранить и по нему жить. Даже с параллельными местами ни один перевод и сказать, что он безошибочен, не делая построчных по сравнению, нельзя. Если нет указания, что перепечатано синодальное издание, то лучше не считайте. Там могут быть очень серьезные искажения, еретические переводы, как у иеговистов. Говорят, не иеговисты, а свидетели Иеговы. Да какая разница, как мне нравится, Ульянов сказал. Нам какая, говорит, разница, черный черт, голубой черт или красный черт? Все равно оттуда. То есть он знал, про что говорил. Так здесь, вот, насколько основа на Священном Писании православное учение об ангелах, о девяти чинах. Назовите, пожалуйста, эти места в Библии. Вот я открываю 693 вопрос, страница, кстати, второй том. Вот я на него нажал. Видите, как хорошо, только на вопросы считаешь. И вот ответы из Священного Писания, откуда все это взято. Иные ответы занимают место несколько листов. Отвечаю согласно, что об этом говорит Святая Библия, 77 книг синодального перевода. Что об этом говорят святые отцы, это 300 томов, из которых надо знать конкретно по теме сказать. Это каноны Святой Церкви, правила Святой Церкви, правила канонов, книга правил, так и называется, 719 правил. И жития святых, 1173 биографии жития. И вот каждый вопрос, который задают, я стараюсь осветить во свете вот этих четырех светильников по четырем параметрам. И поэтому говорю, пока никто не опроверг, что таких ответов нету во всем интернете. Нету. Просто нету. Ни у Осипов, никто не отвечает на это так. Я уж не говорю про Смирнова. Там, как в мире говорят, с кондачка, что в голову, говорится, засело с семинарских времен, то и говорят. Здесь с указанием места, откуда это взято. Это огромный капитальный труд. Вот здесь 4124 ответа. Это те вопросы, которые я сохранил. Потому что я черновики не хранил. Я писал стихи, и они исчезают с черновиками вместе. И была у нас сестра Наталья Приходько, умница. И она говорит, мне черновики отдавай, те. Я говорю, бери. И она сохранила их. И сохранилось очень много. Примерно 3000 с лишним листов. А это по 9 куплетов. Карандашом заполнена вся страница. Но покупайте пачку, 500 листов в ней. А это таких 7 пачек за 9 лет мной исписано. А верха до низу, ну, 36 строчек написать. И теперь я смотрю, ни одной помарки даже нету. Ни одного исправления в 3500 стихов. Как это может быть? Я и не знал, а теперь, когда сохранились, кто-то толкнул и научил. У меня женский пол, сестры, на что-то побуждали, вот, стать переплетчиком, а что ты, вот, печатать на машинке, кому-то что-то отдавал. Да ты делай сам, и подсказали, книгу помогли. Дальше я начинаю работать. Меня все время нужно толкнуть. Толкнуть, то есть какое-то событие. Вот вчера событие очень важное было, вчерашнего дня, вот один день, утром встали, дети в субботу, в пятницу костер картошка, но нельзя было в пятницу, у нас было только 11 ребятишек, а тут сразу четверых привезли за Гуляева, теперь их, ну, 15, и тогда перенесли на субботу, мы уже заранее знали, и в субботу костер картошка, они до темна сидят, поют там, это будет выставлено все через неделю.
Ну, поэтому в воскресенье они спали дольше, там до 7, подготовились, оделись, пошли в храм. Вот, посмотри по порядку. В храм там гимнастика, в храм пришли. В храме отмолились, пошли завтракать. После завтрака пошли на лодках кататься. Лодки тут они надувают, я все заснимал. Вот, плавают. После этого в храм пошли. Другая половина, школа, спортзал, там у нас идут занятия по изучению Святой Библии. Дети были с ними в другом помещении, там Надежда Васильевна занималась отдельно. Это все в один день. Вернулись, пообедали, пообедали, беседа в шатре, или она маленько пораньше, в шатре, а в шалаше. Все поместились, тоже заснято. Я с детьми провел беседу, очень удобно, прохладно. Вот там на 30 человек спать, но спать там не решился. Почему? Слишком пожароопасно. Не приведи Господь, что случится. И поэтому днем там можно, дверь открыта, никого нету. А поэтому, ну, люди-то видите какие. Даже сомневаешься, люди это, или, как Златоуст говорит, отвратительные демоны. Демоны блудом не занимаются, это блудом. То есть демоны не сребролюбивые, а эти сребролюбивые. Они что угодно могут сделать, пакость любую. И поэтому намечено было 30 детей, могли спать в одном большом шалаше, около, прям вплотную к нашему лагерю. Но на это не решились. И поэтому вот 14 детей утонули, к нам сразу комиссия, тут мать Тимофея Батугина, вот, она написала жалобу, что ему тут плохо, все собрала, что знала и не знала, говорит, старалась выговорить, как Лев Толстой говорит, два слова сразу и на 5 лет вперед. Я что могу сказать? Проверили, милиция приехала, прокуратура, проверили, ничего нет, сняли показания, и для нее это отослать. Вот, и вчера она опять звонит, как ни в чем не бывало, я ей сделал выговор, больше звонить не надо. Привез ее отец, ребенка послал сюда, если с отцом говорю, суд решил, то лишил ее материнства там или что-то, я не знаю подробности, но дело в том, что обращается и пишет против все, зачем это нужно, выставлять в таком свете, ничего не подтвердилось, все хорошее, я сказал, вот, и звонят вчера уже без 12 минут, 12 ночи. Я уже в постели лежу. Звонок кто? Полиция. Такой благожелательный голос мамонтовский. Как у вас дела? Хорошо. То есть президент Путин дал указание все лагеря, видимо, держать на контроле. И они это делают. Ну, я все рассказываю ему, как есть. Хорошо, хорошо. Они по-хорошему сказали, мы к вам больше приезжать не будем. Показания сняли, все осмотрели, сфотографировали, наши правила, регистрацию, что мы в краевом отделе юстиции, от двух общин. Ну, все засняли. И сообщили по телефону, что к вам больше мы не приезжаем. Там еще от образования было, краевая прокуратура, много что. Но мы будем звонить. Вы ничего не беспокоим вас? Нет, звоните. Ну, я им желаю, храни вас Бог и прочее. Видно, что расположено. Вот какие события за день. Увидели, как рой пчел привился у калитки. Вообще. А потом они смотрели фильм, большой фильм, 6 называется, о приходе Антихриста. Вот я немножко сейчас покажу. Тут у нас есть такое. Земля, текущая молоком и медом. Иеремия 11.5 будет. Вот. Где? Сейчас я покажу. Ну, хотя бы открою один ролик немного. Вот дети прибежали посмотреть на рой пчел. Никогда не видели. А городские они вообще никогда не увидят. Видишь, как им интересно. Какой рой. Ой, хороший. Похоже, большой. Вот теперь она их соберет, и они ей мед будут давать. Вы их не видели, такой рой. Красивый, как сидит. Руками только не машите, чтобы не ужалили. А вон голуби сидят. Посмотри вот сюда, в сторонку, за мной. Вот отойдите, вон туда, поглядите. Посмотрите, какие голуби у меня. Ой, какие красавцы. Вот они сидят. Ладно, я выключаю. И тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 маленьких роликов. Я отсылаю, их соединят вместе. Тут будет видно, как матушка Людмила Ивановна с Калиниковым Виталием собирает пчел. Вот они. Сейчас эту газету надо просто туда.
Вот они работают. Видите, какие наши события. События деревенские. Необыкновенные. В городе этого не сделать. Искусственно не создать. Пчелам не прикажешь, где привиться. А они ко мне залетели в калитку выходить, а они прямо в калитке, которая прислоняется. У Любы в прошлом году под пол и рой свился. Да, свили там гнездо, они это свое забрала она. А другой у нас есть как гостиница, это тоже лагерь принадлежит. И тоже там под пол. Матушка как-то их выманывала оттуда. Но вот события одного дня. Одного. Да благословит Господь всех и врагов, и друзей. Богу слава. Thank you.